Ну вот, в общем, дорогие друзья, мы приехали. Прям рядом с морем. И сейчас мы посмотрим. А, кстати, Тимурчик, может быть, там нужно будет паспорт? У тебя есть? Я вообще до российского нет. Регистрации у меня вообще нету. Я тут, если что, нету, если что, у меня в той сумке. Твой есть паспорт, да, все есть. Квартира, все есть. Я тут приехал с Узбекистана. Это... Все, короче, идем. А деньги ты взяла, деньги платить? Да, у меня есть деньги. Деньги у меня есть. В общем, друзья, вот отель такой. Заходим, да. Сейчас мы просто все узнаем. Добрый вечер. Мы наконец-то к вам прибыли. Вот так вот нас встречают на ресепшене. Дорогие друзья, это отель Людмила. Я Дарья Дроздова. Мы уже звонили, бронировали. Мы бы хотели узнать, ну, что, собственно, сколько отсюда идти нам до бухты. Где ты говоришь? Где-то. Да. 7 минут до начала набережной, на улицу выходите. Да, и по набережной можно будет. Да, это начало набережной. Ага. Да? Есть... Мандариновое дерево дома не купили? Можно одну секунду? Да. Мандариновое дерево. Смотрите, друзья, какой это... Но это мандаринки. Мы просто тут в других местах жили, и в этом первый раз. Вот. Поэтому смотрите, какая красота. Так что сейчас мы будем, в общем, заселяться. А второй в машине? Сумки? Сумки, да, у меня прям бери. Там. Вот. Ну, сейчас пока просто небольшая съемочка. Друзья, посмотрите, вот такие вот тут приятные кресла. Ну, там должен быть. Там просто тренировка. Найду, сейчас я найду. Да. Ну, посмотри, какое видно море. Тебе обязательно вид на море нужен в отеле. Ты на море будешь ходить там все, пока не замерзнешь. Сама смотришь. Давай посмотрим. Что почем? Ну. А тот, который вы забронировали, он вот буквально сразу через стенку. Ну там вида на море нет, правильно же? Ну там вот стенка и такой же вид, в принципе. А вы не можете нам его показать? Сейчас я его покажу, он накручен. Можно ее? Так. Конечно. Вот так вот тут. В номере. Купальня Николашвили. Вот, ребята, номер, который мы забронировали. Сейчас мы его посмотрим. Это у нас тут есть дверь такая, задвигается. Соответственно, душ. Посмотрите. Вот кровать. Ну, в Кипарисе, я вам скажу, конечно, там было у нас шикарней. Там был большой номер. Просторный. Ну, здесь небольшой балкон. Вид тоже на море. Вертолетная площадка, вон, пожалуйста. Это мы сейчас куда с тобой выйдем, чтобы туда дойти до центра? Надо выйти посмотреть. Просто с Кипариса мы выходили, и сразу мы находились в центре событий. Сейчас... В общем, заехали мы в гостиницу Людмила. Вот в отель. Соответственно, все там хорошо, все нормально. Вид на море вообще изумительный. Вот прям классно.
но рядом нет инфраструктуры. То есть далеко идти до центра, где все-все вот эти вот интересные вот моменты, где можно погулять, где интересные кафешки, где все работает круглосуточно. Поэтому мы оттуда решили уехать. Это место, ребята, только для летнего отдыха. Ну, с нашей точки зрения, потому что рядом, ну, только там где-то там пятерочка. Вот. Нас это не устроило, и мы, соответственно, решили поехать. У них там есть рядом свои рестораны. Мы решили поехать в Кипарис, где мы уже были, где нам нравится, где там центр, где все рядом. Ну, где все открыто и зимой, да, и летом. Где все открыто и зимой, и летом. Так что через 300 метров поверните. Хочу сказать, пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И о Кипарисе смотрите следующее видео. Через 800 метров. Вот. Это будет очень и очень интересно, потому что там на самом деле классный отель. Там комфортно, поэтому мы едем уже туда не первый раз. И хотим, чтобы вы тоже это видели.